живое. Перекос все. Почему живое все? Ну, здесь нет основания, вот здесь. А? Ну вот, например, здесь придет, там, наверное, пролить будет. Это щебня, да. Ну вот там нет щебня, вот, допустим, под доской. У нас же на щебне. А что? Почему у нас стоит? Они такие мягкие. Это из-за того, что основание где-то. Мы ведь в ноябре делали замерз. То есть если вот сейчас вот взять лопату копнуть, вот так вот, такая пришлёпка бетонная. Если еще земля чуть-чуть, то есть это может, ну, да, может быть, потому что она вначале. Да, и они же начнут деформироваться крен вправо-влево. Ольга Олеговна, а с металлом что? С металлом что? Они где нам это будут перекрашивать? Они будут это забирать? Скажи, пожалуйста, они нам кисточкой это сверху будут красить? Слушай, я уже цинично, я уже это самое, стекло свое, извиняюсь. Какой валик? Грунт чуть уже там не держится, поржавел, и он дальше вверх пойдет. Его надо зачищать, заново покрывать грунтом и красить. Атмосфера устойчивая. Расскажите, что с электрикой есть? Вы что-то делаете? Что сейчас происходит с электрикой? С электрикой, смотрите, видите? Коробки распределительные стоят. Изначально в эти светильники не входил наш кабель, который толстый для проекта. Вот приняли решение все собрать в коробках, соединить светильник с сетью. Но как начало снег таять, вода просочилась в эти коробки. А покрытие дерева, вот это что за маринка? Надо их снег зашлифовать и заново покрыть, а не грязью, как будто гудрон или отработка это... машинного масла. Людмила Олеговна, подойдите сюда, пожалуйста. Демонтировать и по новой все делать. Опалубка? Есть уж опалубка? Опалубка есть. Это тоже есть. Это разговариваю. Должны были сегодня снять? Почему мы говорим про субботу и воскресенье? А вот эта история. Это уже финишная? Нет. То есть это мытый бетон должен здесь быть? Типа. Она неправильно, неправильно заштукатурена, потому что она должна быть заштукатурена. Зачищена. Да, она должна быть заштукатурена. Ну, обработка штукатурки. Не штукатурка. Иди сюда, что там сел. И обработана, ну посмотрите точно. А торцы как идут? Нужно огородить, что это продолжается строительная площадка, и это делать. А 9 мая 8 открыть. Что нужно здесь, чтобы ей здесь говорить, что это важно? Удержался.
Вот мне, мне кажется, зимой. Надо его не здесь, его надо демонтировать, пропитать. Нет, пропитана она. Да, с антисептиком. Если шлифовка есть, берите болгарки, металлические сетки, тросовые, и начинайте шлифовать. Вместо пены явно должен быть раствор. Нет, там деформационный счет. Просто пену надо дотерживать до конца. Еще раз лепнуть, и закрасить, одеть. Это деформационный счет. За что? Если раствором сделать, потрескается, и еще хуже будет. Скажите, пожалуйста, кто строительный мусор будет убирать? Ну, кому это поручено? Это будет делать руководитель ДК? А? Или мы администрацию вытащим? Ну, коллеги, ну вот здесь уже сухо.